Ну что же, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, ваш Ключ. И, друзья, сейчас заходим в магазин. Кое-что прямо сейчас появилось в магазине. И знаете, в честь чего? В честь того, что сервера у нас с вами чуточку, совсем чуть-чуть легли. Ну что ж, заходим в магазин, только что вышла эта информация. И что же это будет? Что же это за компенсация? В честь чего же будут подарки в Brawl Stars? Пам, ну, во-первых, у нас Анджело. Ну, конечно, он нифига не бесплатный, но вот. Вот ради того, что я записываю этот ролик. Да, вот это я понимаю подарочки. Гиперзаряд и легендарный приз Стар. Это просто жесть. А все это из-за того, что потому что сервера легли. И разработчики, в честь того, что уже второй раз убирают гиперзарядный хаос события, дают нам бесплатный гиперзаряд. Целых 3 дня у вас есть, чтобы забрать этот подарок. Ролик выйдет позже, намного позже. Но постараюсь как можно раньше выложить. То есть, скорее всего, будет уже 2 дня или 1, или 1,5 дня. В общем, посмотрим, сколько будет. Вы не забывайте ставить лайк, подписываться на канал за открытие. Ну а давайте я же откроем. Начинаем мы, как всегда, с моего основного аккаунта. Ну и поехали. Вот он. Начнем, наверное, с гиперзаряда. Это менее интересно, чем легендарный уж фристар, да? И... что же нам будет? Правда, лагает, видимо, тоже из-за серверов. Ну, в целом, мы забрали. И нам выпадет гиперзаряд на... 2 hours later. Бам! Ну что, погнали, откроем. И снова зависла анимация, как обычно. Хотя уже прошла под звуку. Бам! И это у нас гиперзаряд на Чарли. Паразиты, ну... понятненько, понятненько. Это, видимо, те, кто у нас захватили сервера. Вот название этого гиперзаряда нам просто об этом и говорит. Ну и легендарный пристар, поехали. Кстати, почему-то он какой-то романтический. Не знаю, с чем решили разработчики это связать, но в целом ладно. В общем, знаете, какой можно сделать вывод? Побольше бы проблем с такими гиперзарядными хаосами. И побольше бы компенсаций. Но это, конечно же, шутка. Конечно же, шутка. Конечно же, сарказм. Снова залагала анимация. Я не знаю, сколько мы будем ждать. Ё-моё! Это что такое? Это ты кто? Всадник на кабане. Карл. Карл! Блин, ну это скин за 79 гемов. Причем не самый худший. Жесть. Нормально. Мне интересно, что уже выпадет. Уже начало достаточно прикольненько. Только я не помню, где у меня Карл. Блин, где Карл? Мы его потеряли, мы его теряем. Мы его нашли. Так, у нас здесь... ну, новый скинчик. Слушайте, ну это прям прикольная обновочка. А мы с вами едем на следующие аккаунтов. На следующие аккаунты. Благо, у меня их много, поэтому поехали. Незамедлительно с вами заходим. О, 92%. И сразу же залетаем в магазинчик. Надеюсь, что-нибудь будет интересненькое, как всегда. Приходится иногда даже ставить на паузу, потому что очень-очень сильно виснет игра. Я не понимаю, почему гиперзаряд у нас забрался. Давай, ну пожалуйста, ну по-братски. Бам, ну поехали. Сразу же начинаем открывать. На кого же нам выпадет? И нам выпадает, я не знаю, это просто жесть. Что происходит, интересно, в Brawl Stars серверах? Но нам выпадает гиперзаряд на Белль. Чуть ли не сказал гаджет. Но нет, гиперзаряд, магнетизм. Что ж, неплохо, неплохо. Открываем дальше легендарный пристар. Уже здесь может быть не гиперзаряд. Я не знаю, на самом деле, считать ли гиперзаряд чем-то ценным, потому что он все-таки стоит 5000 монет, как-никак. Но как будто бы... это не что-то такое прикольное, как какой-нибудь скин. Напишите в комментариях, что для вас дороже, гиперзаряд или какой-нибудь скин за 79 гемов, и, или даже за 29, возможно, для вас дороже, чем гиперзаряд. Какой-нибудь хороший скин при этом. Кстати, нам что-то выпало, по-моему, по типу скина или персонажа. И да, я прав, и это... это персонаж, да? Да, это персонаж у нас залагал анимацию даже на половине, но это Перл, 23-й эпик из 24-х, то есть на моем, считай, это один из самых моих главных твинков, на котором сейчас играю, получается, здесь у нас есть сейчас почти все эпики, а чего нам не хватает? Мэнди нам не хватает, Мэнди Кэнди, а потом мифики и леги,
сколько тут так мало лек, или вообще их нет, я не знаю, если честно. Но в целом это не важно. Теперь едем на следующий аккаунт. А вот это нам надо. Забираем приз старый обычный. Ну нет, здесь ничего нету, никакой интриги. Это плохо. Так, ну что ж, нам тут выпали кредиты, если что. И нам выпадает стул. Ну ладно, мы получаем стул на самом деле. Это мой проект. Так, и уже мифически можем разблокировать. Нам это не важно, нам нужно побыстрее уже. Так, а нам тут скидка даже дается, ничего себе. Ну давай быстрее. Все, погнали, погнали, погнали. А теперь заходим в магазинчик. Забираем то, что нам нужно, то, что... Для чего мы зашли все на этот ролик? Не, ну это жесть, а не лаги, серьезно. Мы с вами будем, наверное, я не знаю, сколько все это открывать. Ну, для вас я, конечно, буду перематывать. Да в смысле, я не хочу покупать ничего! Неужели у нас открывается гиперзаряд, я не знаю просто. Сколько времени мне понадобится на вот это все? Это просто жесть, серьезно. Ну да ладно, давайте откроем. Что же нам тут будет? Появилась. Давай, анимация, давай, жми до конца. Наконец-то. Эль Прима, гиперзаряд, притягивающий прыжок. Прыжок. Ну, на Эль Приму это успех. Это просто лютый качок. Ну что ж, забираем. И легендарный престар. Ну, это, конечно, супер долго. Ну, для вас это будет одна секунда. Для меня это будет достаточно долго. Погнали. Открываем. Нам выпал какой-то персонаж, либо скин. Я слышу по анимации. Для вас, скорее всего, не слышен внутренний звук, к сожалению, но... А, это скин на Фэнга! А, я думала, тот самый, который хэллоуинский, который самый лучший, наверное, сейчас на Фэнга. Ну нет, это осьминог Фэнг, но тоже спасибо, Лига Морских Глубин. Что ж, забираем, еще нам пинчик в придачу выдают. Прикольненько, прикольненько. Ну а теперь выходим в менюшечку и идем дальше. Аккаунт номер 2. Какие тут подарки, в смысле особо акции 80 блингов. Как же залагивает магазин, я просто в шоке. Очень долго, это очень долго, это очень муторно. Ну давайте забираем этот гиперзаряд, наконец-то, юху, погнали. Я даже пропустил анимацию гиперзаряда, потому что это слишком долго, друзья. Просто... Ну просто, чтобы вы понимали, я сижу тут, запись, включаю периодически. Что ж, Джеки и гиперзаряд, сейсмическое явление, это то, что происходит с серверами, потому что больше я писать не могу. Очень-очень все долго происходит, но мы сразу легендарно открываем престар. Ну погнали, что же, раз нам игра уже сразу выдает. Нам выпал гаджет, либо пассивка, либо гиперзаряд тоже как вариант. Потому что по анимации слышно, это, конечно, недостаток небольшой, когда ты играешь со звуком, но все же. Кольт, звездная сила, магнум. Дальность и скорость выстрелов кольта увеличиваются на 11%. Неплохо, неплохой дроп, а мы едем дальше, надеюсь, будет дальше побыстрее. Так, конечно же, акции, конечно же, все это. Я надеюсь, нам не будут сразу тыкать подарком в нос, сразу. Ну нет, ну почему? Сорян. Ой, как же много акций. Ну ладно, забираем гиперзарядик. Вроде как нам не дали сразу подарок, который у нас за возвращение, не возвращение, в общем, неважно. Ну что ж, гиперзарядик следующий, четвертый. Бам! Ну что ж, у нас тут Шелли двустволк. Я угадал, бам. Так, ну что же, а теперь легендарный престар, из которого что же нам может выпасть? Я не помню, на каком аккаунте нам падало кое-что интересное. Обязательно посмотрите этот ролик, потому что он и так страдает немножечко по просмотрам. Поэтому посмотрите, я выставил скриншотик. Обязательно гляньте его, если еще не видели. Не, анимации по 30 секунд ждать, это просто жесть. И нам выпал гаджет либо пассивка. Образно, но вряд ли гиперзаряд нам выпадет. И нет, я не угадал, серьезно. Это наоборот гиперзаряд на кольта с двух рук. Как же у нас много гиперзарядов сегодня, друзья, но это просто жесть. Правда, конечно, их нельзя использовать, потому что у нас нет 11 силы. Но в целом, что же мы поделаем? Поэтому погнали на следующий твинг. Следующий аккаунт у нас The Q-Top. Мой старый твинк, который должен был быть спидран 25к, но это не важно, эти все предыстории я уже говорил в прошлых открытиях. Если вы еще не видели, конечно же, посмотрите.
И, кстати, забыл сказать, не забудьте про лайк и подписку, если этого и вы еще не сделали почему-то, по какой-то причине. Ведь я выпускаю достаточно хороший контент, я стараюсь улучшаться с каждым видосом, что-то придумать, какие-то новые идеи, и обязательно пишите свои идеи для улучшения контента в комментариях. Что ж, мини-пауза, и мы даже дождались анимации гиперзаряда, и посмотрим, что же она нам из нее выпадет. Это у нас гиперзаряд на розу, я подумал, у нас Спраута... А нет, у нас Спраута уже вышел. Ну ладно, это не важно, у нас гиперзаряд прополка. А теперь легендарный Пристар. Что же нам может выпасть на 700-кубочном аккаунте? Ну, это на самом деле интересный вопрос. Ну, если у нас падало кое-что ого-го, напомнюсь, в какой раз уже, посмотрите этот ролик обязательно. Это просто была жесть. Ну, Рякаса... У меня было, конечно, жесткое, серьезно, такое открытие. Обязательно посмотрите, но что это выпало на таком аккаунте. Кстати, нам выпал какой-то персонаж, мы это уже слышим по анимации. К сожалению, вы, наверное, не слышите. Нет, это скин на Эль Прима, и это у нас Эль Рудо Приму. Классный скин, на самом деле, достаточно легендарный, достаточно долго присутствует он в игре. Ну что ж, достаточно неплохо, повезло, едем дальше. Так, снова куча акций. Это у нас Леон Эмсороза. Ладно, давайте не буду вам уже говорить, какой это аккаунт, что он значит, для чего он. Просто заходим с вами в подарочки. Нет, не сюда. Блин, как же много гиперзарядов просто. Сколько же листать. Но мы заходим именно в бесплатный гиперзаряд. Нам покупать не надо, нам дорого. Нам нужно, чтобы было все правильно, что выгодно. Гиперзарядик, ну что ж, удиви меня, выпади на... какого-нибудь интересного персонажа. Правда, не знаю, что нам... Ну, это снова Шелли и двустволка. Второй гиперзаряд, который повторяется и буквально недавно выпал. Что ж, ладненько, открываем легендарный приз. Так, гиперзарядик у меня уже плывет голова. Ну, что вы хотели? Уже 10 вечера. Как-никак. Записываем видосики по Бравл Старсу, да. Это джентльмен Лу, стильный Лу, блин, это, наверное, один из самых лучших скинов на Лу, если не самый лучший, божечки, спасибо, я не знаю, что там так фартит, просто компенсации, лучшие призы Стар, такое ощущение, вот реально, из обычных легендарных призов Стар почему-то не так фартит, как на вот какие-то скины, нам сколько сегодня скинов выпало, это же просто жесть, нам даже, по-моему, персонаж выпал. Да, нам выпало Пёрл. Короче, это просто жесть. Заряд аккумулятора. Да, в смысле, я открываю произвестор, отвалите от меня. Ситуация уровня стандарт. Ну что ж, заходим в магазинчик. Блин, у нас здесь залаганный магазинчик чуть-чуть, подождем. Так, акцию мы с вами открываем. Опа, пропала акция. Ну, наконец-таки, гиперзарядик, давай, лети ко мне, давай, мы должны уже завершить эту серию, черт возьми. Но нам сегодня везет, и нам снова падает гиперзаряд на Эль Примуса. Ну что ж, неплохо, это уже второй повторяющийся гиперзаряд. Надеюсь, таким же настроем веселым мы откроем легендарный пристар, и нам выпадет что-нибудь интересненькое по-настоящему, как и падало до этого на других аккаунтах и твинках. Ну что ж, погнали. Не, хотите верьте, хотите нет, но я сейчас ждал 4 минуты, чтобы он открылся нормально. Я не знаю, что происходит с серверами. Что происходит? Неужели настолько много активов и нам выпадают монеты? Серьезно? Я столько ради этого ждал, вы что, издеваетесь, что ли? Аккаунт номер фиг знает какой, но у нас здесь 16 кубков. Из особенностей этого аккаунта у нас даже акции нет на гиперзаряд. Ну, в целом, конечно, оно логично, хотя нет, нелогично. У нас же в целом, по идее, должны продаваться акции. Но это ладно. Забираем гиперзаряд. Что же нам выпадет? Возможно, Эль Прима? Но нет, нам выпадает на Шелли двустволочка. Ну и легендарный приз. Что же выпадет на 16 кубков? На самом деле, в прошлые разы тут не падало ничего такого особенного. Но может, в этот раз повезет? И нам повезло, вроде как, это скин. Это скин за 149! Ё-моё, ребят, просто скажу. Скин за 149 гемасиков. Просто вот сюда заходим. Бам! Ху-ху-ху! Не, я знал, я как будто чувствовал, что и подарочки ежедневненькие. Забираем, конечно же, пинчик. И все, у нас просто...
просто со старта. На 16 кубков вот такой вот просто скинец стоит. Ну, вот как он такое просто? Вот нормально? Ну, мне кажется, в целом, как бы, ну, нормально, да? Очень нормально. Ну что ж, мне нравится. Поехали дальше. Нави Джоусет. Очередной мой аккаунт, на котором я играл испытания чемпионата и все такое. И, конечно же, открывал подарочки. Чисто у меня так много твинков подарочных. Напишите, кстати, в комментариях, сколько у вас вообще твинков в Бравл Старсе. Потому что интересно, на скольких аккаунтах вы собираете подарки и вообще кайфуете ли вы от этого открытия. Потому что, если честно, мне это открытие безумно нравится. Нам падают, считай, одни скины. Только один раз нам не повезло. В основном нам падает реально что-то годное. Я, главное, не наркаргую сейчас, да, чтобы на других аккаунтах нам не повезло. Но в целом, действительно прикольнее. У нас разнообразные гиперзаряды. Хотя нет, я только сказала, нам повторный выбился на кольта. Но это не страшно. Открываем легендарный приз и надеемся, что... Не накаркал я, конечно, не накаркал. Ну и поехали. Нам выпадает персонаж, я слышу, по крайней мере, либо скин. Отрицать этого не можем. И это морская Анита. О май гад. Ну, это один из самых лучших скинов за 79 гемов. За свою стоимость это реально годный скин. Еще и пинчик нам дают в придачу, я уже забыл, если честно. Ну, блин, это шикарно. Но опять скин, друзья, опять скин. Это, наверное, одно из самых лучших открытий. Ну вот, вот подарки вам в Brawl Stars. Вот, вот, в честь компенсации. А будет компенсация в Brawl Stars? А как видите, будет. Еще очень даже крутая. Кстати, еще, если я не сказал, напишите в комментариях, что выпало именно вам. А нам осталось совсем чуть-чуть, погнали. Так, ну очередной твинк с припиской старой моей. Ух, у нас здесь не лагающий магазин. У нас, кстати, только на парочку аккаунтах был лагающий магазин. Но в целом, в основном, мы заходим и открываем сразу же. Это шикарно. Бамчики. Так. Гиперзарядик. Следующий, это уже третий гиперзаряд на шире или четвертый, я не знаю. Ладно, ладно. Не везет, так не везет. Хотя у нас, по-моему, даже нет другого персонажа на этом аккаунте, на котором бы мог выпасть гиперзаряд вообще в целом с каким-то шансом. Но открываем легендарный приз и монеты, понятно. На 16 кубках, на этих 16 кубках не повезло. Ну, заберем, значит, скинчик из ежедневных подарочков. Кстати, скинчик реально прикольненький, этот талисман Дэрил. Очень интересно, что такие скины дарят, но это очень круто для новичков. Хотя нам мог бы на Розу на выпасть, на Эль Прима, кстати говоря, на Джеки. Почему на Шерри гиперзаряд выпал? Непонятно. А мы едем дальше. Эль Примо is here. Что ж, у нас здесь тоже все хорошо с магазинчиком. Открываем гиперзарядик. Так. Блин, уже как же привычно. И здесь нам падает гиперзаряд на Джеки. Ну, повторяются гиперзаряды, к сожалению, потому что нету большинства персонажей, в основном одно и то же. Но самое главное, это не только гиперзаряды, а именно легендарный протестар в честь компенсации, которые нам сегодня прям, ну, что-то, какие-то мега-подарки, если честно, дают. Если бы нам дало еще и Лего, было бы просто разрыв Ютуба, я вам отвечаю, если бы именно персонажа Лего выпало. Но нет, это монета. Уже в очередной раз монета падает. Ну почему? Дайте персонажа или скин, а то это как-то неприкольно. Даже Богомолу Роза дали. Ну что это, блин? Так, стриминговый аккаунт ТКГ Капов. Залетаем сюда. Что же нам может выпасть на таком аккаунте, который, ну, так скажем, имел несколько мастеров в друзьях и всего такого? Так, гиперзарядик. И гиперзарядик нам падает на Мику. Нормально, саундчек, разнообразие, разнообразие, друзья, наконец-то. А то одни Шелли, Джеки, Эль Прима всякие. В лучшем случае на кого-нибудь, не знаю, даже на кого, ну ладно. И падает нам здесь Эль Карасон, друзья. Кстати, он стоил 49 гемов, сейчас 79. Ну, в целом, ну такой, спорный скинчик, но за бесплатно. Я готов в любом случае взять еще и пинчики с вами забираем. А, они даже так даются, не отдельно. Ну, в целом, неплохо, давайте даже поставим. Только надо поставить скинчик. Так, ставим. Ну и просто вот так вот он выглядит прикольненько. Ну, а теперь едем с вами дальше. Много аккаунтов, я соглашусь с вами, но это уже реально завершение. Осталось совсем чуть-чуть, осталось всего лишь два гиперзарядика, которые мы уже открываем, и два легендарных призов Star. Из которых
Наверное, уже ничего не выпадет. Но если выпадет Лего, ну это будет лучший видос, который я снимал вообще просто в истории. Снова гиперзаряд на Шелем. Я не знаю, почему-то у меня предчувствие есть какое-то, что выпадет что-то вот напоследок просто реально годно. Ну, пожалуйста, не монеты. Гиперзаряд. Хорошо, хорошо, на Эль Примуса. Кстати, ну тут можем выбрать... У меня даже есть Дэрил, и мы не можем его выбрать. Ну ладно, выбираем Пенни. И в целом, ну неплохо, друзья. Ну что ж, а теперь последний заходик. Привет, последний заходик. Извиняюсь. У нас есть еще один аккаунт, который светился в моих видео. И, кстати, в этот фон, на которых у нас гиперзаряд легендарных престар, это связано. Этот ролик был недавно. Так, снова Шелли, гиперзаряд, ну давай. Конечно, еще у нас есть один, но твиночек. Но, блин, давай что-нибудь, реально, скин за 149, погнал! Да ладно, нет! Да ладно! Меня там услышали, что ли, я не знаю, меня подслушивают. Друзья, это скин за 149 гемов. Я говорил, что это будет бэд-конец. Я говорил... Этот аккаунт просто изучить. Здесь иконка, здесь два персонажа, здесь выпал скин за 149 гемов, ребята, это что такое? А, здесь еще и скин посажешь. Слушайте, может какой-то проект сделать с этим аккаунтом? Я не знаю, как меня зовут, серьезно, как меня зовут? А, аккаунта нету, блин, ну ладно. Ну тогда в таком случае, всем спасибо большое за просмотр, я думаю, у нас еще есть твинк, но нет, закончили мы все равно эпично. С вами, как всегда, был ваш ключ, надеюсь, вам понравится это открытие, вы его оцените лайком, подпиской и комментарием. Всем удачи и всем пока-пока!